Так, а ты что даешь? А, это вот эта баба. Я дала Эбеновому легиону свою веру и верность. Взамен он дал мне только страх и смерть. Ну какой? Спасибо тебе за избрание, избавление от них. Мне нечего тебе дать, кроме знания и благодарности. Понимаю, это последнее тебе мало толку. Надеюсь, что хоть первое поможет. Вера повела нас в это гнездо порока, он лежит в надежде найти устройство, которое называется шипом. Говорит его изготовитель-дознаватель Малигара для ввода калибрик экстантия в живую плоть. Идет об энергии порчи, заключенной в камнях добродетелей. Мы никак не могли отыскать это шип, пока не встретил результат его. The blackguards will never stop pursuing someone they consider a traitor. Чисти убежище в чешопах. Оп-оп. Готовы. Да, я бы сюда ни за что не пошел бы, если бы в реале ходил бы в этот лес, блин, а все в паутине. Ой, тут проход, слушай. Покой ткачихи. Ну, то не надо, наверное. Нет. А не знаю, может надо когда-нибудь. А, слушай, есть глава разбойников дуб. Сити области. Хотя не знаю, что это. Ты зашел? Да, я зашел, вроде ничего. Ну, денжи, короче, точно. А нам и нужно, походу, сюда, слушай, глянь. Глава разбойников дуб. Посетите область разрушенный мост. И показывать сюда. Че, зачистим тогда? Толк нашел шип Малигаро, но после оставил ее в покоях качихи. Отправляйтесь сюда и верните да. Шип. А, да, вот лава. Сеть области. Мучительно острый называется. Ну, я помню, я диалог читал, он ему в глаз засадил, короче, и убежал. Давай, походу, сейчас с качихой, мегапаучихой, блин. Ебашится. Вот они. У кого арахнофобия? О, сундук. Только не у меня. Я срал на пауков. Мне комаров побили, блять, ненавидно. Мстительный флакон. На тебя, пацаны. О, я вижу. А, это сиди. Я думал, босс какой-то крутой. На тебя, блядь, похуй. Флаконов набрал, блин. Покоит качихи, сундучихи, блядь. А, кстати, хоть все работает, а то я тут смотрю. Проверить это можно. Псирануть штанину, блядь. Колчан огненных стрел, нихуя себе. Давай, возьми попробуем. Если не так. Опа, ты поведение. Ну-ка, давайте. Турели, обход. Блять, а мне место нет. Мне кажется, тут надо портал вызывать. Кажется. Да. Ну ты или я? Да, давай ты. Можно, знаешь, как вообще делать? Один вызывает портал, другой пару раз мотается, продает, а потом наоборот, как следующий. Мотайся. Ну, ты типа белые шмотки собираешь и продаешь несколько раз, летаешь. Я говорю, давай. Я подожду. 30 урона, блядь. Ну это хуйта будет. Так, я даже здесь больше 30, блядь. Это все говно, это не оружие, это параша, блядь.
Огромный флакон жизни, нихуя себе. Огромный, как мой хуй. Так. Огромный флакон жизни. Блять, я сейчас читаю, что-то блин. Давайте большой флакон, давайте огромный тебе флакон. Так, остальное все скидываю. Так, это оставляю, попаду еще ходку сделаю. Что тут еще валяется? Собираю все. That would only slow me down. Блять, все. Что-то быстро забилось. Speak. Travel far. Еще ходочку. Еще парочку. Еще парочку. Что-то еще есть. В очередь, сукины дети, в очередь. В очередь, облетки. Балист вообще непонятно какой, типа, цвет у него. Почему зеленый? Нет? Зеленый? Я вообще без цвета какой-то. А, это усилит любое умение атак луками и жезлами. Прикинь, вместо использования этого умения вы будете призывать тотем баллисту. Воспользуйтесь умение. Используйте умение за вас. Че, блять? Че, не понял. Лук, снаряд, поддержка, тотем. А, он только в лук стреляется. Ты у тебя в лук стреляет? Да, наверное. Токсичный дождь, стрела... Нет. Не в лук. Зная ловушка. А у меня в шапку осколочная баллиста. Тотем баллиста называется или осколочная баллиста? Осколочная баллиста. А у тебя тотем баллиста? Да. А, он тоже что-то дыхло немножко. Я отдам тогда сейчас. Идем на миссию. Только попробуешь. Это через стрит, а тут много через народу. Я думал, да. Давай тут отдам. Где ты там, блядь? Вот он я стою. А, да. Блять. Она красная, получается. Я не понял. Я не догнал. Стрела молнии, токсичный дождь, очередь. Ливень стрел усиливает. Да, как раз. Ты еще раз. Да, да, вы не можете торговать валютой или уникальными предметами. Да, слушай, она усиливает, получается. А куда она вставляется? А, ее можно в красную встать, а в красную что мне стоит? Пронзающие шипы. А, ну вот это... Кстати, вот эти пронзающие шипы, наверное, тебе могу отдать. Или чуть. А, нет, подожди. Ближний бой. Если они у тебя дублированы, можешь отдать. Если где-то в земле для создания множества шипов. Просто я по земле не бью. Вот. Я их даже не использовал. Нет, оставь себе, если он у тебя в единичном экземпляре. Ну что, другой будешь, другой чар качать. Ой, мне как раз в красный слот вот эта вот хуйня зашла. Заебись. Мне бы еще лук слотовый, какой-нибудь, колчан слотовый. Так, ну все, в принципе, я и что готов. Можно продолжить. Иди на миссию. Давай. Портайся сюда. О, тут есть гнездо ткачихи. А, вот оно, телепорт в гнездо ткачихи. Мы можем подозачищать, либо в гнездо пойти. Что будем делать? Да, подзащищаем. Или можно ёбнуть ее и потом подзащищать. Давай ёбнем. А, это просто телепорт. А, нет. Убить, вот она, да. Так, ставлю тотем. Ставлю, блядь, баллисты. Накидываю хуйни. И бью током, блядь. Походу баллисты кончились, да? Разъебали. Так, держимся возле баллист. Пускай они отрабатывают. Опа.
Ебать, тут вообще какая-то лютая хуйня происходит, чувак. Пулемет пошел в дело. Так, подожди, давай не берем. Стилет высокого качества. Стилет Малигару какой-то. А, шип. А, ну давай, шип я возьму по квесту. А, ну это тоже. Стилет какой-то. Каменный молот. А это что такое? Ботинки. Бархатные тапочки на мага, короче. Да. А это что такое? Ну я молот заберу, это одноручный молот. Так, давай, давай кинжал заберу тоже. Там, тапочки. Ну, тапочки можешь забрать. Ну, а сами все. А, то есть только они. Ну, давай. Да, почему? Может, все-таки на меня пойдут? Да, не, вряд ли. Да, на мага. Чащий удар, каменный молот. Шип. Ебать, шип Малигара. Ты видел? Вот. Цени, давай тебе скину. Цени, посмотри. Это палка какая-то, блядь. Он мне тоже выпал. А, он, конечно, по шипу. Так, да это опознаю сразу, потом продам. Ну вот, получается, мы взяли шип ткачихи. Что-то еще есть. А все это ее это. База. Да давай позачищаем, там побежимся. Разрушенный мост. А, разрушенный мост, получается, сюда посетить его после разрушенный мост. Блять, пиздатый молот, короче, блять, пиздатый меч выпали. Повезло мне. Или топь. Какая-то фигня непонятна. И чё, молот ноль? Ну такой же, как и меч, прикольный. Ну его же не нужен. Ну можно моба с молота пахали. Так, так, чё и тут куда? Лабиринт. На меч на самом деле нужна ловкость. Бак. Составной. Он скидывается, не понимаю, что вставлял. О, паукан топовый. На. Цени, не отъезжай просто. Рванина какая-то, блядь. Блядь, там опять от меня что-то хотят. Да раз. Рубиновый флакон. О, флакон какой-то с какой-то хуйней. Все, тупик. Получается, тупик. А что они там хотят от меня, ну-ка? Так, сейчас делаем так. Вы прикиньте, у меня типа выходной, блядь, теперь 9 мая, праздник, какой праздник? Алебарда. Я думал, такой. Ебать, паук еще пахаться умеет. Ебучий алебарда, походу, не залезет, блядь. Я могу тебе баклер скинуть щита, а алебарду взять. Да, алебарду, не урона. Да.
Могу портал открыть, по порта и все попадаешься. Я сделал. Опа, опа, паукан попал. Ну ладно. Перебурлю попадает. Вот такой топовый. Ботинки какие-то интересные. Кафтан возьму. Тупик. За куток. Ну и все. Летим домой, получается. Да. Вызывай. Вызывай такси. Все, можешь попортаться. Hello. Так, что тут опознать? Return. Ой, я какой-то кувшин взял. Интересный опять. Постоянный рубиновый флакон морского ежа. Увеличивает восстановление зарядов, уменьшает длительности. Длительность что-то, блять. Ну, типа баф, кувшин бафа. Баф кувшин. Так, а это что, щит? Щит хуйня, 12 ловкости щиток. Синенький. Синенький. Так, продать. Что тебе продать, мужик? А, стилет, подожди, стилет я не могу продавать. Ну, тапки я продам. Так, стилет. Кинжал. Ну, кинжал я особо не пользуюсь. Достижение получено. Приодеться. Ебать. Я ж ничего не одевал. Так, кувшинчики. А остальное все сюда. Там, там, там. Во. А, еще два квеста нам дали, какие дают. Че за квесты, пацаны? Шок. Yes, это копье, да, это мое лучшее копье. А, это вот это что? Сделано из старой матери Васенцы. Знаешь, вставь его себе, пусть и звери, и разбойники страшатся тебя еще сильнее. Считай, что я тебе его отдал. Отдаю, да. Герой, так сказать. Какой ты герой? Ты вообще абсос какой-то, блин. Бомж стоишь. Но поставить, мать всех восьми лапах мертва. Я за такой великий подвиг. Копья и предназначения мало. Без награды не обойдешься. Чего, блядь? Вместе с копьем я нашел в лесу эти вещи. Ты их заберешь, ладно? О, дает какую-то улучшалку. Ебать, бой вплотную дает какой-то. Это для тебя, наверное. Урон от стихий, от стихийной атаки. Усиливает умение атак, наносит на 20% больше урона от стихий. А, этот стихий, да? Усиливает умение атак. Усиленных умений. Повышается на 6% на скорость. Мини наносит. Это больше постепенного на хаос наносит. А тут на ловкость хуйню дает. А это что такое? По врагам повышая их эффективность, пока на вас действует резонанс всех трех стихий. Нет, это залупа вот эту возьму, что ли? Модификаторы на скиллы добавляют. Да. А чё он говорит, и посох это оставь себе. Да, и посох остался. Или можешь еще дальше, наверное. А, разрушенный мост или топ. То есть надо вот этот было посещить. Квесты сдать.